На выборах президента России лидирует Владимир Путин. По предварительным данным, за него проголосовали 87,32%. Эти данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 12 часов дня. К этому времени успели обработать 99,58% бюллетеней. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший чуть более 4,3%. Третьим с 3,79% стал Владислав Дованков, представляющий партию «Новые люди». Чуть менее 3,19% набрал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.